А перед просмотром видео я хочу вам порекомендовать канал «Гипнофеникс». Ребята занимаются тем, что общаются с потусторонним миром, вызывают духов знаменитых людей, проводят расследования по специально разработанной методике регрессивного гипноза. Уверен, что вам будет интересен такой контент, поэтому подпишитесь на канал «Гипнофеникс». Ссылку оставляю в закрепленном комментарии, а также в описании. Всем спасибо. Всего-навсего обычная деревня. Я пришел сюда проверить старые заброшенные улицы и наткнулся лишь на один открытый, незапертый дом. Сейчас вы увидите, что было там по наступлению темноты. Друзья, всем здравствуйте. Я сегодня приехал в дом, вот в этот. И здесь уже пока что было светло. Уже потемнело на улице. Уже началась твориться жесть. Здесь шумы по всему дому. Даже сейчас на чердаке что-то... Вот, я вам сейчас покажу этот домик. Особо здесь сегодня я не собираюсь ничего экспериментировать и проводить какие-то ритуалы. Здесь и без этого жутко. У меня уже практически нет сил, я чувствую не очень здесь. Вот, посмотрите. Здесь разложился шкаф, стулья тут вот такие. Опа, вот об этом я и говорил, друзья. Есть, но это абсолютно не мешает здесь всему этому происходить. А дверь открыта. Странный потолок. Здесь еще есть подъемный чердак, но там я ничего не увидел. В общем-то, сейчас я зайду в эту комнату. Сегодня у нас будет такой эксперимент. Мы с вами здесь останемся. И раз сейчас уже что-то творится, я расставлю в комнатах камеры. И мы с вами будем дожидаться конкретных действий. Но изматывает этот дом капитально.
Так, сейчас я буду расставлять камеры. Так, четверку мы записываем. Опа. Фонарик надо взять с собой. Так, камера, мы поставим камеру. Камера, короче, у нас проблема, друзья, с камерой. Одна камера у меня умерла. Я хотел вот здесь вот камеру поставить одну. Здесь. Причем я даже историю этого дома не знаю. Никакой истории абсолютно. Там опять что-то шумит. Thank you.
Блин, это все в одной комнате почему-то происходит. Здесь что-то гремело капитально прям. Если здесь что-то было, то камера ушла, я думаю, в любом случае что-то дозасняла. Но вот это вот было очень стрёмно. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Какие-то шумы вот идут, как будто бы из всего дома, из стен. И запах здесь странный. Чем-то пахнет, я не пойму. Здесь есть кто-нибудь? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Какое затишье. Сейчас все тихо. Здесь кто-нибудь есть? Какое затишье. Сейчас все тихо. Попробуем по темноте походить. Попробую остаться сейчас в темноте, друзья, и спросить, есть ли тут кто-нибудь. Я думаю, мы сделаем это отсюда, потому что звук идет отсюда откуда-то. Я сейчас выключу фонарь. Ой. По крыше что-то скребется. Тут есть кто-нибудь? Я в темноте, друзья. Здесь кто-нибудь есть? Не по себе, не то чтобы страшно. Здесь есть кто-нибудь? Если ты здесь, прояви себя. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь есть кто-нибудь?
Ну, это явно не ветер. Попробуем еще раз, только рядом с этой дверью. Здесь есть кто-нибудь? Здесь кто-нибудь есть? Друзья, в общем, я думаю, сейчас подожду. Здесь так. Что за дела? Есть как больно. Табуреточ. Табуреточка. Прям по спине. Топоров никаких у них не найдется. Надо, наверное, броситься. Это вообще нет. Бежать поближе с собой лучше. Вот это да. Сейчас мне реально становится страшно уже. Не пролетит ли тут у меня еще что-нибудь. Где-то у меня уже. Так, друзья. Я думаю, я не буду дожидаться какого-нибудь топора или еще каких-нибудь лезвий. Вот это. Это уже, ну... Серьезно. Все было всякое, короче. Шкафы падали. Ну, чтобы ножи, короче, в стенах торчали. Такого не было никогда. Я думаю, потихонечку буду уходить отсюда. Тот эксперимент, который я хотел провести, провел. И он получился. Это я пока из рук выпускать не буду. Мало ли что. Я думаю, я включусь на улице уже. Это уже не шутки. Друзья, в общем, вы все сами видели. Ножи, табуретка меня ударила.
Я думаю, что нужно побольше разузнать об этом доме, узнать его историю, что здесь происходило и что могло здесь произойти, и что здесь вообще с этим домом не так. А второе, что нужно сделать, вернуться сюда, попробовать, возможно, сеанс АГФ или доску Уиджи, попробовать расспросить, что здесь у того, кто здесь находится, что происходит на самом деле. Мы вернемся в этот дом, я думаю, может быть, в следующем году, но сюда добраться было достаточно сложно, но я обещаю, что в этот дом мы еще вернемся. А сейчас я хочу попрощаться с этим домом пока что на какой-то срок, и мы с вами сюда еще раз вернемся. Всем пока, друзья.